И побежал Мбенг, побежал и Лазич туда же потянулся. Мбенг в штрафной, бить можно, блокирует удар Лазич, еще удар, еще удар! Мбенг все-таки это сделал в третьей попытке. Юрченко раз выручил команду, два, но затем никто уже не помешал. А Мбенгу нанести удар практически в упор. Да, здесь сыграла замена, то, что он такой достаточно подвижный нападающий, дал первые два момента, чуть не привез контратаку в свои ворота, но здесь Тодоренц более свежий оказался и продавил защитника, и тем самым он успел на добивание. Но здесь очень хорошо поддержал его второй атакующий игрок, который сделал, можно сказать, этот гол. Оказался в нужном месте, пробил, вратарь отбил, и 21 номер, и уже Бенгу я оставался только добить мяч уже, можно сказать, в пустые ворота. Что он и сделал. Эбисильо тем временем с поля уходит, он действительно почувствовал небольшой дискомфорт, небольшие проблемы со здоровьем, ну а на футболистов Анжи после этого пропущенного мяча буквально больно было.